Всем привет, это такое срочное включение, буквально короткое. Мы находимся в районе села Дальнее, вот это Бельбек. Можете видеть, какой поток воды идет. Это уже ниже по течению, ниже водозабора бельбекского. То есть это вот снег, снег у нас идет. Ну так, нормально он пошел. По-моему, в субботу, вчера конкретно. И вот он идет. И на сегодня у нас минус по всему Крыму, завтра тоже. До среды, точнее с четверга, начнет все это дело таять. И, по крайней мере, существующие водохранилища пополнятся. Ну а с наступлением паводкового периода будет готов водозабор на реке Бельбек. Поэтому, ну опять же, это для сомневающихся вообще в Бельбеке, в речке, в этой. Она иногда бывает очень так полноводная. Вот, например, дальше вообще тут. Ну и все это пока поступает прямиком в море, в районе Любимовки. Так, в целом, тут места, конечно, интересные. Мы сегодня просто выбрались просто в снег полазить, поездить по снегу. Вот я решил вам, ну остановились, решил вам показать что-то на тему воды. Что, в принципе, Бельбек достаточно речка такая серьезная. Вот тут даже такие пороги, как на Днепре. Ну и в целом сегодня такая снежная погода, снег выпал неожиданно, как всегда, для коммунальщиков в частности. Тут интересная, кстати, каменная такая подпорная стенка. Походу, очень-очень старая, очень древняя. Это вот сверху там находится село Дальнее. Тут как ехать, получается, с развязки президентской дороги трассы на Инкерман. Ну, в сторону ехать, в сторону Симферополя, вот этого всего. Там есть поворот на Дальнее. Такая дорога интересная, вот по ней можно проехать, кому хочется что-нибудь красиво посмотреть. Ну вот смотрите, какая стена подпорная. Это, видимо, укрепляли еще очень давно, когда-то, чтобы не размывало вот этот склон, на котором стоят дальше дома сверху. Ну вот, короткое включение, чисто такое, срочные новости по поводу воды. В общем, всем спасибо, до новых обзоров и всем пока.